собой, решить поприветствовать вас и поздравить с праздником святых жен Миронос. Традиционно пасхальной радостью мы делимся друг с другом от воскресения Христова до Вознесения Господня. С этой целью в южной столице Кузбасса 29 апреля собрались хоровые коллективы со всей Сибири – из Канска, Кемерово, Новокузнецка, Томска, Барнаула и Бердска. В Новокузнецк они привезли духовные, народные и военно-патриотические песни. Главной концертной сценой в этот день стал зал культурного центра «Запсиба», где в течение недели исполнители музыкальных произведений дарили свое творчество зрителю. Всех участников объединило одно общее желание – поздравить православных с воскресением Христовым на фестивале «Сибирь пасхальная». Сегодня я привезла для вас две песни. Одна из них называется «Мы не одни под небом», а вторая песня называется «Бабушка». Она посвящена всем женщинам, которые носят вот этот высокий титул, высокое звание бабушки. Я закрою глаза, полечу, полечу в детство, где ты мне поешь мою боль. Вспоминаю твой дом и шепчу, и шепчу. Кто-то приехал сюда впервые, а кто-то уже стал постоянным слушателем духовной музыки, но все они внимают каждому слову, стараются пережить его вместе с исполнителем и сохранить у себя в сердце. И таких людей набрался целый зал. Я всегда рада этому праздничному дню. Здесь всегда новые произведения звучат прекрасные, духовные, различных композиторов, что это очень интересно и на душе, на сердце очень празднично в такой день. Совпадает праздник жен Мироносец, Христос воскресе, говорят, все поздравляют, все радуются. И мы с большим желанием приходим на такой праздник. Боль моя и судьба вновь кружит непогодина. Только мы одни у тебя. Так близка мне твоя, далекая, ты Россия моя, одинокая. Облака над тобой не весенние, но я верю в любовь и спасение. Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старше было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старее, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь!» И залп. И тут они заголосили. Девчоночки запричитали власть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. За красотой песен скрываются многие и многие часы работы над собой, ежедневные репетиции, запоминание нотно-музыкального материала, многочасовые вокально-интенционные упражнения и многое другое. Итогом столь длительной работы над собой становится выступление на фестивале «Сибирь пасхальная». Мы, а потом в походы пойдем.
во добрый час. Здорово! Пресвятую призови, по Христу приди, приди. Всегда нам доставляет большую радость участие в фестивале хоров, которые, исполняя профессионально духовную музыку, совершают и миссионерское служение, знакомят с православной культурой людей, еще не вступивших на порог Божьего храма. Фестиваль духовной музыки стал значительным явлением в духовной жизни Кузбасса. Этот концерт вновь и вновь показывает, что иногда дорога к Богу начинается с простого звука, который, отразившись в сердце, приводит нас в храм Божий.